Моя любовь на 5-м этаже, моя любовь на 25-м этаже, а еще слова Чебурашки. Мы строили-строили и, наконец, построили. Именно с этим у актера музыкального театра Михаила Лямина ассоциируется сегодняшнее событие. Вместе с супругой Юлей, тоже артисткой этого театра, они наблюдали за строительством дома от момента закладки фундамента. Теперь вместе с коллегами из других театров получили заветные ключи и готовятся к переезду. Давайте. А это те, кто будет жить в соседнем подъезде. Семья врача-анестезиолога Краевого центра охраны материнства и детства Вячеслава Мишенина. Порог квартиры переступили впервые. И, судя по глазам хозяйки дома, медсестры того же центра довольны. Что больше всего нравится? Вот так вот только зашла. Объем пространства. Пространство. Очень хочу большую кухню. В семье Мишениных 4 человека. Квартира, в которой будут жить, трехкомнатная. 80 квадратных метров. Сейчас живут на 30 в съемной. Глава семейства Вячеслав 3 года работает на одном месте. Говорит, если раньше мысли поменять работу иногда приходили, то после известия о новом жилье ушли. Что испытали вы, когда узнали, что будете жить в 80 квадратов квартира? Радость и, как сказать-то, не поверили, что ли, как это вообще, сколько это физически, как представить. Крайний раз социальное жилье медработники, тогда еще детской краевой клинической больницы, получали 37 лет назад, в советские времена. А теперь в новом культурном доме соседями артистов станут 10 медицинских семей центра. Самый основной момент – это жилье. Теперь мы можем сказать, что вот, пожалуйста, оставайтесь у нас, мы можем вам предоставить жилье вашей семье. Теперь никуда не денется. И теперь никуда не денется. Сейчас жильем в центре обеспечены все молодые семьи. Но ведь в городе, по словам главного врача, еще достаточно специалистов, которые живут в общежитиях и съемном жилье. Свое, хоть и социальное, им бы не помешало. И уж точно помогло бы способствовать тому, чтобы молодые кадры, врачи, актеры никуда из Барнаула не уезжали. Ну а пока счастливчики готовятся к новоселью. Семья Мишениных, к примеру, планирует переезд уже на следующей неделе. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.